Опять! Всем привет! Вы на игровом канале Bullet Union. Мы продолжаем проходить второй часть Assassin's Creed. И в этой серии мы продолжаем делать то, что начали в прошлой. Мы выполняем заказы убийства во Флоренции. Это ведь у нас Флоренция, да? Венеция. Я лох. Спасибо за внимание. Ну ничего страшного. Все-таки это была Венеция. Так, ладно. Что в этот раз? Выдуманные заслуги. Один венецианский кондотьер похитил несколько художников. Он требует, чтобы они изобразили его героем войны. Не дай ему извратить историю. Убей его. Позднее я сам свяжусь с этими художниками. Мне нужно украсить семейный склеп. Я тебя понял. Найдите жертву. О, мы его найдем. Так. А где он, кстати, по расстоянию примерно? Нырнули. Так было быстрее, чем, по-моему, спускаться. У меня есть и побежали. Обычные средства. Надо, наверное, кстати, будет уже точку-то обзора открыть. Судя по всему, сейчас уже поселимся в этой части, да, города. А, нет, еще. Еще здесь же все рядышком. Ну, достаточно рядом, по крайней мере. Так. Бежим, бежим. Приносите больных и раненых. И ищем его теперь. Обалдеть. Рыба из каналов непригодна в пищу. Долг каждого гражданина республики предупреждать об этом гостей города. Так, мы воспользуемся, я думаю, пистолетом. Всем уважаемым гражданам Венеции, через неделю у дворца Дондона состоится бал маскарад. Распорядителем праздника будет сам сеньор Франкигус Дондон. Просто оставьте меня! И побежали. От тебя даже праха не останется. Пожалуйста, господин. Ныряем. Так, и сразу же меточку ставим. А, ну да, вот ближайшее, что вот это было. Не в ту сторону побежал. Ну, мне, в общем-то, было не для того, чтобы потом в какую сторону лучше бежать. Да-да-да, ищите. Удачи, счастья. Вы, конечно, извините, что я не прячусь так, как... Это предусматривалось изначально игрой, но просто мне лень. Привет. Воу. А, ладно, все, типа запрыгивай, если чего надо. Ну, пистолет не такой же бесполезный, потому что этого мужика бы я задолбался убивать, потому что к нему все-таки не подойти. Так, ладно. Тихо, не падаем. Да, Тесса. У нас еще куча заданий на убийство. 286 тысяч у нас. Хочу! Он там! Взять его! В смысле? А чего? За ним! Что сделал-то? Вы что, идиоты, что ли? Деревенщина! О-о-о! Деревенщина меня назвал. Эта голова будет отлично смотреться на пике. Макоза? Ну, если ты попадешь в меня, нашло? Да. Если нет, то нет. Так, успею? Да ты чего? Надеюсь, ты уже получил отпущение? Да, я все я получил. С тобой! Засранцы, а? Надо ж так было до меня докопаться. Ну, ныряйте, чё. Поговорим здесь. Кстати, да, надо... От пистолета уйти обратно. Привет, наемнички. Наемнички, наемнички. Пиф-паф. Кажется, это действительно рискованно. тысяч в сундуке, отлично. Кстати говоря, я в конце прошлой серии, ну, как только закончил, я вдруг перо увидел, я его поднял. У нас теперь 40 перьев.
Надо опять их принести. Там чуть стоимость внутри Джонни увеличится, но мы это будем делать, я не знаю когда. Похоже, твои успехи не остались незамеченными. С тобой ходит какой-то влиятельный человек. Найди и убей того, кого я указал. Надеюсь, мы узнаем, на кого он работает. Если сумеешь искать заказчика, победи его, и тогда ты будешь в безопасности. Победи. Что значит победи? А вы упали. Опять там же. О, вот все, и мы в квартал другой переходим. Вот теперь, короче, надо уже будет все-таки точку обзора открыть. Я убью всех нарушителей. Потому что там слишком далеко выходит бегать. Обалденно упал. Ладно. И сюда. А, не долетел, тут обидно. Я, кстати, думал, что хватит. Почти что он зацепился, но только почти что. Так, солдаты. Это мы просто оббежим. Блин, далеко оббегать. Этот чувак, который типа певец, им надо типа пойти нафиг от меня и все. Красиво пробежали. Не знаю зачем, но красиво. Так, 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 так. И у нас вот здесь все. Тьма наступила, да? У тебя что-то болит, друг? В смысле? Добрые люди, я сейчас даже не по крышам уже... скачу. Погоди. Где точка обзора ближайшая? Вот мы на нее залезем. А, кстати, да, у нас же страниц кодекс уже немножко совсем осталось, но это, видимо, мы будем делать в финальной доп-сериях. Не доп-сериях, по доп-заданиям, я имею в виду. Вот здесь красота лазит, да. Реставрация зданий идет. На самом деле, у нас здесь по заданиям, я так понимаю, что останется вообще невыполненное. Мы не соберем все перья, и мы не будем искать все вот эти вот фрагменты истины, или как они там называются. Блин, короче, придется сейчас туда бежать по этим точкам, потому что мне все равно придется их потом открывать. Лучше я сделаю сейчас, пока все равно бегу здесь. Вы уж не обессудьте, что я так буду делать, но это реально нас ускорит. На одно убийство меньше, но значит за серию будет, скорее всего. Но... Дерись, как мужчина, черт побери! Ты с кем там драться собрался, идиот? Ты что, дурак? Все торговцы восточными пряностями облагаются. Ну, началось. Налогом на содержание арсенала. Об условиях освобождения от налога. Чтобы забраться, надо прыгать, я понял. Так. А, ну ладно, здесь хоть не надо, тут он сам. Так. И мы на самом верху, в принципе. Вторая точка. Где сено? Так, и дальше. А, ну и все. Дальше мы это делать сейчас не будем. Бог и убийство это все сделаем. Я к тебе загляну обязательно. По слухам, в Атаманской империи началась смута. И Дож вместе с Советом Десяти пытаются выработать план действий. Пока же всем купцам рекомендовано... Что, только следовать? ...стороной Гейской море. Хочу остановить дело. Хочу! Вот, ну, я просто без комментариев, как он сейчас прыгнул. Ты тупой? Ну, пожалуйста, спрыгни. Он сейчас убежит.
Да какого фига вот здесь такая дрянь-то? Ты серьезно сейчас вот за это ухватиться не можешь, хочешь сказать? Ты... Господи, он такой дубовый, вы бы знали, это капец. То есть он говорит, вот это вот нельзя захватить за это. Я просто без комментариев. Ладно, хоть цель не пропадает, но потому что он такой фигнёй мается, я не знаю. У него как обычно. Вот я, серьезно, я сажусь играть с хорошим настроением. Настроился на то, что сейчас будет бесконечное доп. Задание. Но знаете, что он мне устраивает? Он говорит, а я кривой, ты сейчас будешь прыгать куда угодно, кроме того места, куда хочешь. Я говорю, в смысле? Этот эликсир. Так я работаю. Так, говорит, у меня голова срабатывает, понимаешь, говорит, я... Ну вот, вы понимаете, я бежал на лестницу. Но он говорит, нет, мы полезем на здание. Где ты, душнявка? Так. Я так понимаю, именно за ним следовать должен, да? Все-таки. А! Нет, поймать надо. Да твою-то. Ты только вот не говоришь, сейчас еще дальше вниз скользнешь. Обыскал. Домовая шашки одна металлическая. Так, кража прошла успешно. Дальше чего? Наемный убийца найден. Как мне туда пойти? Да нет, мне не арсенал Венеции нужен. Я хочу карту посмотреть, как нормальный человек. Обалдеть. Да нет, наверное, даже надо это снять. Может, пути не встречу. Ох ты ж, ё-моё, как далеко. Вот этот раз далеко бежать. Сундук. Нет, ну мы сюда не полезем, у нас складами отдельная серия. Я вот чувствую, что мы всего три убийства выполним за эту серию, потому что мы сейчас прибежим туда. На это уйдет время. Хотя, может быть, еще одно успеем. Ну, ты вот не больше четырех убийств явно будет. Я бы сейчас сказал, что, возможно, здесь четырех убийств-то и нету вообще дополнительно, но думаю, что это не так. Ну, допустим. Ладно, я сюда залез. Тогда давайте сразу точку обзора опять же используем. Чтобы потом отдельно здесь не лазить. Мы сейчас потому что все равно в этот район вернемся, ну вот 100%. У нас здесь задание еще первое только. Их здесь сколько? Штучки 3 и всяко. Это не считая того, что здесь сюжет дальше пойдет. То есть, ну... Нам смысла нет здесь это все не открывать сразу. У меня есть обычные средства и лекарства из далекой Аравии. О, так. Все, надо еще залезть аккуратно, да? Да, чтобы они не посчитали, что я посягаю на их территорию. Деньги. А так все-таки ты можешь так залазить, да? Но иногда просто выпендриваешься, я тебя понял. 100 флоринов. Ты серьезно? Ты сейчас мне говоришь, что ты не запрыгнул. Ну, а ты как? Стоп, в смысле ты за окно не цепляешься? Я вот просто, знаете, по багам паркура вот в этой игре, я не знаю, что сказать. То есть, ну, это такая кривость, ну, серьезно. Я буду каждую серию, видимо, на это ныть, потому что, ну, игра построена на это, в принципе. Здесь очень много зависит от этого паркура, и он кривой, и это просто вымораживает, думаю, помрачение. Ой, ой! Какая муха тебя укусила? Какая муха меня укусила? Навозная. Что ты вообще тут делаешь? Бегаю. Оружие, доспехи, замки, истовые приборы. Сегодня у меня свежие пьянки. А, к убийству, может быть, и наверху, да, что я по низу бегаю. Это часть здорового образа жизни. Так.
Где эта тварь? Я на месте. Здесь тоже никого. Если не слезешь, Стронзо, то станешь похож на их. Ложись! Ора! Слезай немедленно! Тебе здесь не место, припомни! Знаете, у меня куча вопросов. Да пофиг на это низкое здоровье. Я пытаюсь понять, в чем прикол. Убийца-то здесь. Это должен быть. Но я его при этом не вижу. Столовые приборы! В течение трех поколений! Подходите, друзья! Давайте еще раз. Здесь солдаты. Слушайте, люди, песню мою про героя, что ходит между нами. Вырвет он глаз. Так. Ну слушай, то есть здесь его уже нет. То есть он или на крыше, или там где-то в воде, или он на... Я не знаю, я вот эту лодку обыщу. Обалдеть. Сдохни! Иди лесом. Блин, как классно здесь все видно, сейчас обалдеть просто. Так. Здоровье мы отхилим. Здесь сейчас просто бред происходит. Кого убил? Наемный сверху, да? Ну, минус один у нас. Это уже хорошо. Минус два. Ну, суть там, как он обороняется, это должен быть он, по идее. Господи, как меня бесит камера в этой игре. Ну, это жесть просто. Ну, пожалуйста, не меняй своего положения. Продолжай так же, а? Двигаться. А вот это было много, да, по-моему? Я просто не увидел, сколько. Это жесть. Ну, то есть, вот, ну, камеру, вот, смотрите. Здесь камера. Плюс, а где ближайшая? А, стоп, контракты закончились? Серьезно? Ну, обалдеть. Давайте гонку тогда. Классно. А я-то думал. То есть мы наконец сюжет догнали. Я повидал немало за... Я тебе твои руки засуну в такое место, ты вот даже ожидать не будешь, что они тебя довлазили. Так. Значит. Не понял. Я вроде подумал. Да вот тот, понимаете, я бегу в сторону, и он бежит туда же. Ну просто вот отбитое животное. Выражает соболезнования семьям погибших. Ну давай. Я бегу. Слышал, бегин, ты быстро беган, бегаешь. Бегун. Я тоже не из медлительных. Окажешь мне честь, устроим гонку. Я попытаюсь в первой попытке пройти, но он такой кривой, что вряд ли. Венецианские гонки. Ты быстро бегаешь, ассасин. Посмотрим, удастся ли тебе побить мой рекорд. На чем засекал-то? 22 точки. Так. И сейчас этот петух надо, чтобы, да, прям передо мной каждый раз вставал, и я такой, типа, круто. А прикол в забегании в эту зону в чем был? В том, чтобы, короче, они на меня загорелись. Не вижу точку. Я понял. Ее просто не видно, она наверху явно. Прямо вот здесь. Ну ты глупый. Не знаю, о чем он думает. Перед тобой окно. То есть как, ну,
Мозги-то включи. Так. Я, честно говоря, уже даже не знаю, здесь больше торопиться или больше пытаться внимательно бегать. Далеко ты уйдешь! Вот как бы понимаете, да, и он просто перелетел. И автоматически точка не засчитана. Так, интересно, это последняя гонка или нет? И мне так солнце офигенно еще сейчас в глаза светит, я прям тащусь. Так, ну криво, то, что ты криво прыгаешь, мы помним все. Черт, верните его! Так, это где-то я здесь. Я не желаю вам зла. Вон он, лечу! Блин, пожалуйста, давайте солнышко посветить попозже. Иначе я не вижу, куда бежать. Куда? Вижу. Вам, кстати, это, походу, будет сложно достаточно. У меня еще 7 точек. 6. Ой, 5. 4. Чуть больше 10 секунд на точку. Ты мудак. Вот, ну, просто честно. Ты мудень. Так. Я не вижу. Да уйди ты к черту. 3500. Я хочу. Да господи, что за солнце такое веселое сегодня, а? Так, ладно, известность понизили. Хочу ее вообще убрать. Что дальше у нас? По допам. Ну, ладно. Смотрите, у нас 4 точки обзора. Мы начинаем с них. Да, конечно, я хочу поставить на себя метку, чтобы сам за собой бегать. Спасибо. У нас примерно чуть больше 10 минут. Точки обзора мы сейчас... смотрите, какой план. Мы сейчас все точки обзора пробежим быстренько. Я постараюсь быстро это сделать. После точек обзора мы пойдем купим себе карты сокровищ. В этом квартале. Я думаю, мы вряд ли даже успеем начать собирать эти клады. Мы их только купим. После покупки все будет уже интереснее. Во-первых, мы еще купим все картины. Оставшиеся, я так понимаю, это последний набор сейчас должен быть. Не знаю, сколько он нам встанет по деньгам, но, наверное, дорого. И вот, пока план такой. Клады явно растянутся на серию еще одну. Но она еще будет не скоро. Следующее именно по вкладам. Потому что на следующие две серии это сюжетные будут. Да пофигу. Упал, упал. Главное, броня не ломается, все остальное вообще пофиг. Нужно сматываться! Я могу ребят! Эй! Один неверный шаг распрекнул, ты окажешься за решеткой. Один. Одна ошибка, и я ошибся, ты об этом? Пожалуй. Ну мы 1500 только что добыли. Кто научил тебя так двигаться? Я бы сказал, вот, а в прошлый раз он здесь не залазил. Я уже просто подумал, что возможно здесь проработана механика, что если у тебя поверхность закрыта, знаешь, какой-то растительностью, то ты не можешь здесь лазить. Но нет, такой механики здесь нет. Это я не специально. А, ну слава богу, я думал опять прыгать надо. А здесь нельзя. А здесь? И ты так типа перебраться тоже не можешь, да? Только вот так. Забавно. Хотя казалось бы... Тихо.
Так. А вот это интересно, а страничку кодекса мы заберем сразу. Еще бы я видел, куда спрыгнуть. Не вижу сена просто. Вижу только воду. Ну, он сено-то найдет, да. Слушайте, а вот, кстати, да, что я забыл. Страницы кодекса надо же все собрать. И это как раз у нас какие-то несколько минут и займет. Вы должны умереть. Здравствуйте. Здесь только стража выше закона. Если мы захотим... И все. Зови, не зови, а я уже все забрал, что мне надо. Точнее, зашел, куда мне надо. А дальше мне вот вообще по барабану, чего думаете. И осталась одна, насколько я помню, да, по карте? И она где-то там. Ну ладно. Пойдемте искать. Свежие пиявки! Кому нужно пустить кровь? Ну, кстати, в общем-то, серия-то вышла продуктивно при всех его затупах. То есть мы прошли гонку, выполнили сколько... А почему я сюда бегу? Выполнили сколько там, два убийства-то? По 40 тысяч уже. Отлично. То есть в следующей серии придется нам все-таки матрусы деньги оттуда еще снять. Все! Оружие, доспехи, замки, а где проход туда? Я что-то вот так бегу и вообще не думаю, как туда пройти. Естественно, он сейчас скажет, что он закрыт, да? А, нет, смотри-ка, открыт даже. Я даже сюда зайти могу спокойно. Обалдеть. Это он меня сюда не пустит еще. Ну, чтобы совсем уж было весело. Ну, ладно. О, перо, кстати говоря. Фейерверки, слышите? Точка обзора... Ага, ага. Как-то залезть? Как? Вижу. Видимо, вот так. Я, честно говоря, надеюсь, что перья вы меня собирать не заставите, потому что их просто дофига. Даже если я найду карту, ну, а я точно буду ее искать, то есть я не буду так вот бесцельно бегать и пытаться там где-то их собрать, нет. Да, я возьму эту даже карту. Этих перьев 100 штук. Соответственно, где я их пропустил еще? Еще чего-то. О, это будет ужас. Страница кодекса последняя нашла здесь где-нибудь? Нет? Да ладно, в этом углу последняя, что ли? Обалдеть. Ну ладно. А причем я так просто здесь не выбегу, мне надо опять на тот вход, да? Да, то есть мне сейчас надо, то есть у этого дела налево. А точек-то обзора, кстати, еще дофига осталось. Их между тем 14 штук еще. То есть до конца игры мы еще будем бегать. Ого-го-го-го, сколько. То есть у нас как минимум еще, видимо, одна локация. Но я не думаю, что здесь Венецию сейчас еще больше сделают. Я за тем мужиком не побегу. Прочь, бродяга! Стража! Я с тобой даже не бегу, ты чё докопался? Вот и бродяга меня назвать, это вообще опасная тема. Ой. Никто встал. Разве это не опасно? Нет. Главное, короче, мордой не падать, и все будет нормально. О, заодно известность понизим. Тихо. Спрыгни, убери. Так, ладно. Не, сейчас будет, кстати, обалдеть. А, кстати говоря, раз у нас есть столько точек еще обзора,
то, возможно, последнюю страницу кодекса мы сейчас и не получим, потому что, возможно, ее здесь и нет. Как вам такое предположение? Мне кажется, вероятность есть такая, причем она довольно велика. Но это, кстати, будет бредово, то есть у меня последнюю страницу кодекса специально будут тянуть до последнего не давать. Как-то обидно. Ну, давайте осмотримся. Ну, может быть, она здесь все-таки. Может быть, я бы очень хотел. Я бы хотел сейчас закрыть эти странички и забыть о них. Но, видимо... Нет. Я вас понял. Будет, то есть, еще одна локация. Ну ладно, мы идем к торговцу картинами тогда. А что, почти 30 тысяч, пора их уже опять потратить. А то я их еле-еле накоплю, короче, и опять сливаю. Вы что охраняете? А, клады. И где он? У меня есть новые работающие ювелиры. В том числе самого Джованни. Есть и удивительные картины из... А, внутренний двор. Карта сокровищ. Кастелло. Выбрать. Ну ладно. Нет, на самом деле сейчас вот обидно было. А вот картин-то у него до других нет. До скорых встреч, сеньор. То есть картины тоже не здесь уже покупать. Ну давайте клады пособираем. Окей, хотя бы деньги прямо сейчас не потратим. Блин. А, нет, нормально. Мы тебя сожжем заживо! Сделал, да, топил сеньора и кедрина! Ну вот сейчас 30 тысяч доберем, как раз набегаем здесь. Блин, конечно, сейчас со страницы кодекса очень обидно. Я уже настроился. Сейчас еще до кузнеца добежим, вдруг у него есть чего купить. Три опоры на... Йо. Покойся с миром. Ой, ты пофиг. Вот здесь кузнец у нас. Посмотрим, что он привез. Хотя должно выходить, что, видимо, у него ничего нет больше. То есть вот у нас наплечники Миссалия. Ага. Купить, но не надевать. Оружие. Здесь все. Короткое оружие тоже все. Боеприпасы. Ну, мы обойдем. Вот, сеньор, расскажите обо мне, друзья. Победителем праздника будет сам сеньор Франкивус Дандола. Так, у нас снаряд сменился. Я, честно говоря, в этом не хочу победить, мне больше нравится. Внимание! Мы напоминаем гражданам о том, что ремонт мостов продолжается. Ну и нормально. Короче говоря, как только мы снимем в следующей серии деньги, у нас будет чуть больше 300 тысяч. Кацо, слезай отсюда! Да отстань. Быстро! Я тут, видишь, деньги собираю. 277, 278, да? Да, по 500 они уже, все эти чемоданчики. Обалдеть, ну их много. Нам как бы делать все равно нефиг, то есть это серия допов. Нам какая разница, чем в принципе заниматься. Убийство мы закончили. Я, честно говоря, не ожидал, что это так быстро получится. Брат, ты необходимая жертва. Я не хотел. Косарь. Красиво. Вот тут чемодан, сразу это вижу. Блин! А, остановите его! Если это деньги были. Вот он! Взять его! Ну да нафиг тебя, чё ты тут докопался? Чемодан-то где? Да! Взять его! А, давай, 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 давай
дурачок. В смысле? А! Я вот... Эти здесь коридорчики уже даже не замечаю, если честно. Ну что, давайте еще один клад, и тогда на этом серию закончим. Так уж у нас получилось. И, честно говоря, все-таки рассчитывал реально на убийство. То есть я думал, что мы сейчас всю серию опять будем бегать, выполнять заказы. Но нет. Нет, они закончились. К сожалению или к счастью, но это все. Пока что, по крайней мере. Ну, вообще, опять же, исходя из того, сколько у нас осталось точек обзора. У нас, получается, должен быть, видимо, еще один город полноценный. Причем, он, видимо, должен состоять как минимум из двух секций. Или он просто здоровый, и он сразу будет открыт. Ну да ладно. Об этом мы уже будем в следующий раз думать, разговаривать, как раз побежим к этому кладу. А вам что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, показывайте это видео своим друзьям. По поводу комментариев, я отвечаю на все комментарии, поэтому спрашивайте что-то, не стесняйтесь, отвечу максимально оперативно. Так, сейчас мы убьем этого персонажа, заберем денежку и заканчиваем. Всем пока.